Сообщение о ДТП в Адлерском районе поступило на пульт дежурной части в 23:05. Полицейские выяснили, что 34-летняя местная жительница переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В этот момент по трассе двигался автомобиль «Мерседес». По словам водителя, 40-летнего жителя одной из сопредельных республик, он слишком поздно увидел перебегающую дорогу женщину и не успел вовремя затормозить. В результате пешеход получила травмы и была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.